Друзья, мы в отеле Sheraton. Вот я устроился. Вот отель Sheraton. Здесь вот бассейн. Акулы плавают небольшие. Пойдем купаться сюда. Ну, сейчас мы сходим на фонтан сначала. То есть на водопады. Купаться придем вечером. Я отсюда снимать сейчас не могу вам показать. Ну, показываю то, что могу. Потом остальные части покажу. Вот, друзья, все. Я в отеле. Вот мое место. А это место моего внука. Так. Все отлично, нормально. Пока сейчас мы вещи не распаковали еще. Вот главный хозяин здесь ходит. Все необходимое здесь есть. Отлично. И самое главное, вид с окна. Прохладно, кондиционер работает. Вот вид с окна, я вам покажу. Канадской стороны здесь не видно, но здесь все-таки вот. Я получше разберусь, где что находится, потом еще сделаю обзор. Пока это первые впечатления. Здесь паркинг. Паркинг за счет гостиницы. Это хорошо. Почему? Потому что мы хотели сначала посмотреть водопады, а потом приехать устраиваться в гостиницу. Но припарковаться мы там нигде не смогли. Ну, есть там паркинги платные. Зачем там платить, когда у нас здесь уже заплачено? Вот это гостиница. Со стороны двора. Большая гостиница. Жить-то. Приятно пахнет. Сделали. С передней стороны гостиницы. Большая парковочная площадка. Это вид спереди гостиницы. Отсюда мы заехали. Будем выписываться, выезжать. Вот она, с фасада гостиницы. Конечно, ее надо издалека показать вам еще. Бог даст, это сделаю.
Тигры. А это я, друзья мои. Сюда можно пойти. Вот он, шарап. И Starbucks здесь. Надо мне позвонить, мой. А здесь тоже какой-то очень большой развлекательный центр. Не знаю что, но сюда придем позже. Почему? Сейчас надо успеть к водопадам. Я так немножечко вскользь покажу. О, здесь будет, ну, представление ночью. Там концерт, видите, какой? Шоу идет. Ночью будет здесь очень весело, как я понял. Я вот хочу показать теперь эту сторону. Ну, здесь тоже будет очень весело. Смотрите, джампинг траки. Это все будет вечером. Hello!